Доброе утро, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости канала. На связи канал «Что в старой шкатулке». У нас уже осень, ребятки, смотрите, видите. Вот в таком парке я нахожусь. Парк, люди гуляют. Люди ходят, гуляют. Ну а я с покупками, давненько мы с вами не виделись. Давненько не снимал, ребятки, очень много было работы. Очень много работы. Свои проблемы, работа, нужно ходить на работу, потому что без работы никуда. Так, пригласили люди, переезжаю в другой город. Я немножко скупился, ребятки. Сейчас вот иду, добираюсь домой. Сейчас приду домой, быстренько сниму видео, выложу все в интернет. Посмотрите на моем канале. Это елочные игрушки, ребятки. Вот такие вот елочные игрушки. Даже подписные, видите, елочные игрушки. Такой старой коробкой. ПНР, Польская Народная Республика. Смотрите, какая старая еще антикварная коробка. Тут такая вот вещь еще, вот смотрите, что могу показать. Это вот для любителей фотографии. Вот такая вот коробочка. Много здесь чего есть, ребятки. И вот здесь немножко есть очень еще много вещей. Вот такие вот модели самолетов купил, ребятки. Все есть, все покажу вам, ребятки. Дождитесь видео. Все детально мы посмотрим с вами. Кстати, про елочные игрушки. Вот елочные игрушки. Все те елочные игрушки, которые у меня были на канале, и я снимал, и которые выставил на аукцион интернет Виолити, все продалось. И люди спрашивают меня, когда будут елочные игрушки. Елочные игрушки будут, ребятки. Но вам что нужно сделать? Вам нужно просто-напросто подписаться на мой канал, и тогда вы будете в курсе то, что у меня есть на продажу. То есть те вещи, которые я покупаю, сразу же выставляю их на аукцион в интернет. То есть подпишитесь и смотрите видео новое. Если там есть елочные игрушки, значит, они есть в продаже. Все, ребятки, все. До новых встреч. Думаю, через часа 2-3 я скину новое видео. Ждите. Все, не прощаюсь. Берегите себя. Пока. Давайте, удачи.